Я продолжаю, значит, рассказ об истории устной Торы, но здесь я хочу заметить, что вообще-то давайте я посмотрю, что получится. Значит, история здесь выглядит так. Мишна, значит, мы сказали, была записана и запечатана приблизительно в 220 году. Новая эра. То есть третий век. Вот для тех, кто знает историю Римской империи, надо, или ну, в Советском Союзе ее плохо проходили, историю Римской империи, поэтому, скорее всего, плохо знают, но это и не важно. Третий век для Римской империи – это период очень плохой исторический период. В том смысле, что там непрерывно менялись императоры, непрерывно шли военные перевороты и со всеми вытекающими последствиями для провинции. У меня вот дома, там, в компьютере, на полках, стоит огромное количество книг по экономике, именно связанных с третьим веком Римской империи. И вот, например, в Мишне, более-менее понятно, сколько стоит какая монета. Ну, Мишна, как закон, она довольно часто упоминает разные монеты. И деньги разных достоинств. Вы учтите тогда вот на эту тему, вот почему там трудно изучать иногда Талмуд. В те времена на базар, если бы пошли на базар, вы бы удивились дикому разнообразию монет. Это монеты были самых разных городов. Они были разного серебряного наполнения. У них надо было помнить их курсы. Это как люди в этом ориентировались? Отвечаю, ориентировались свободно и легко. Все привыкли, и по этому поводу там на рынке разобраться, где какая монета, все могли. Сегодня, когда это читаешь, то обнаруживаешь, что время от времени полностью запутываешься по причине того, что именно в третьем веке, например, произошло крайнее падение серебряной монеты. Впрочем, эти серебряные монеты, которые начали печатать, чеканить императоры III века, серебряными можно назвать с большой натяжкой. Содержание серебра там было ничтожным абсолютно. По этому поводу медные деньги куда ни шло еще ходили, а вот серебром было совсем паршиво. Да и вся экономическая обстановка в империи и в Палестине, в частности, была чудовищной. И она просто ухудшалась день ото дня. Настолько, что, собственно, вот я хочу заметить такую вещь. Вот история вавилонского изгнания, она из чтения Танаха достаточно ясна. Когда, кто, куда был изгнан от земли Израиля. Когда сами ушли. Недаром вот есть там, скажем, пост Гедалии, когда, испугавшись, ушли там довольно приличная часть населения. То есть как евреев почти не осталось в Святой Земле, мы более-менее представляем в истории, связанном с первым храмом, с разрушением первого храма. А вот историю, как евреи исчезли из Святой Земли после разрушения второго храма, мы как бы, вот когда мы пытаемся ее реконструировать, то всегда как бы, ну, все привыкли и ушли в изгнание, да? Но как-то не сразу заметно, что это происходило совершенно намного, как бы это сказать, медленнее, что ли. Это очень длинный процесс. Потому что, ну, как мы видим, после разрушения храма более-менее все было восстановлено, ну, кроме храма, конечно же. После восстания Бар-Кохбы плохо, но потихоньку все восстанавливалось. И, скажем, к временам жизни раби Иуды Ханаси, патриарха, более-менее все уже было восстановлено. И вроде бы так могло продолжаться. Но когда мы подходим к
четвертому веку, мы вдруг обнаруживаем, что еврейская жизнь в земле, Святой Земле прекратилась. Куда-то вот за век с небольшим все пропало. Причем настолько, что, скажем, где-то там, вот давайте какой-нибудь пример. В Мишне, да и в Гемаре тоже, когда говорится про календарь еврейский, то всегда все еще говорится про освещение месяцев. И там большие обсуждения о том, как следует определять начало месяца. По Луне, как суд принимает показания свидетелей, что происходит, если свидетели, значит, вот в субботу, например, значит, начало месяца, я напоминаю, по молодому серпу Луны. Значит, как надо принимать показания свидетелей. Например, это очень важно, что вот очень не любят объявлять начало нового месяца ближе к вечеру, дню, потому что в храме надо принести дополнительные жертвы. Да? Если ближе к вечеру вы объявили, что начался месяц, тогда вы не успеете принести дополнительные жертвы. Поэтому как бы это старались не сделать, но это было очень просто. Суд, который объявлял, что он видел молодую луну, да, это должен сделать представители Верховного, в общем-то, суда, должны были объявить, что начался новый месяц. Представьте себе, что они просто запирают дверь суда, и свидетели туда явиться не могут. Вся эта система... Система проверки, например, Мишна довольно подробно говорит о системе проверки свидетелей, которые говорят, что видели новый месяц, потому что всегда найдутся желающие как бы немножечко раньше начать месяц или немножечко позже. По причинам самым простым, например, плата квартирная, она помесячная. Если день 30 дней, да, в месяце, значит, я напоминаю, что лунный месяц 29,5 дней, ну так, с дробью, которая на данном случае несущественна. По этому поводу, так как месяц должно быть целое число дней, то месяц либо 30 дней, либо 29 дней. И понятно, что квартиросдатчики предпочитают, чтобы месяц был 29 дней. Они же помесячно получают плату, а не подневно, не ежедневно. А квартиросъемщики предпочитают, чтобы в месяце было 30 дней. Ну, там бывают разные обстоятельства. По этому поводу там есть довольно важная проверка. Свидетели обычно проверяют, когда речь идет только о показаниях, а и нельзя посмотреть самим, то проверяют, могла ли Луна находиться там, где ее видели. Ну, то есть судьи вот этого суда, который устанавливали месяц, они достаточно знали астрономию, чтобы заранее просчитать, где и как повернута Луна относительно небе, в какой час. Ну, поверьте, это астрономически легко вычисляется для любого, кто знает, как это делается. И, скажем, там у того же Раби Иуды Ганаси на стене висела таблица месяцев всевозможного вида серпов, где от свидетелей просили показать пальцем, как выглядел серп, который они видели. Просто чтобы не словами это делать, чтобы серп выглядел там. Вот, вот в эту сторону повернутый, вниз рогами, вверх рогами. Ну, понятно. Это просто для проверки показаний. Но где-то к середине третьего века на самом деле правнук, Раби Иуда Наси, Раби Иуда Насия, он тоже Наси, только его для того, чтобы их не путать, он не Наси, а Насия. Чуть-чуть другой титул, ну, похожий, но чтобы их просто различать как-то.
постановил о, вынес постановление о, ну, вместе с судом со своим, он все-таки патриарх, имеет право этого добиться, вынес постановление о введении табличного календаря. То есть ныне принятый календарь, где как бы начало всех месяцев вычислено заранее, и начало всех лет, и какие года високосные, это одна из самых главных задач вообще-то суда, определить год в 13 месяцев или в 12 месяцев. Все знают эту проблему сведения лунного и солнечного календаря, а у евреев календарь, я напоминаю, что Песах, он весенним должен быть обязательно праздником, поэтому месяц лунный, год должен быть солнечным. По этому поводу о том, как он сводится, это двойная система календаря, там есть правила, они подробно описаны в Мишне, как это делается. Но Раби Гуда Ганасия, вот младший который, он вводит табличный календарь, что на самом деле расписывается в том, что вот этот суд уже на грани существования. На самом деле это очень важный момент, потому что как бы это признание, что центр в Эрец-Исраэль находится на последнем издыхании. И действительно, где-то вот, ну, дальше происходит следующая бить. Главный центр тогда в Эрец-Исраэль находился в Твери. И Иерусалимский, то, что называется Иерусалимским Талмудом, на самом деле он, я не знаю, откуда даже берется название Иерусалимский. Дело в том, что евреям в Иерусалиме вообще въезжать было запрещено еще указом Адриана. То есть в 1132, что ли, ой, извините, в 132, без тысячи, 132, что ли, году, где-то вот там. Евреям было запрещен въезд в Иерусалим. Поэтому название Талмуда Иерусалимский – это такая условность. Вообще-то он назывался, в старинных книгах он называется Талмуд Эрец Исраэль, палестинский Талмуд. А потом он почему-то вдруг стал Иерусалми, ну как бы Иерусалим как символ Святой Земли. Но вообще создавался он в Твери, и вы долго будете смеяться, но главная Иерусалимская ешива находилась, почему будете смеяться, потому что сейчас я назову город, это город Дамаск. В городе Дамаске. Это главная Иерусалимская ешива земли Израиля в какой-то момент стала. Где Дамаск, где земля Израиля, вы же сами понимаете. То есть здесь, в Святой Земле, все потихоньку, ну, в общем, валилось. Валилось еще раз по причинам экономического порядка и по причинам политического бардака. И этот политический бардак будет продолжаться до укрепления Византии уже, когда Западная Римская империя, собственно, уже забудет про заморские территории, а Восточная Римская империя, которая Византия, возьмет полностью на себя все ответственность, этот бардак здесь кончится, но евреев здесь, ну, несколько семей останутся, которые занимаются сельским хозяйством. То есть в этом смысле вот то, что я сейчас рассказываю, оно просто важно вот для чего. Куда делись эти евреи все? Ответ, как обычно, они потихоньку переместились в богатые места, там, где идет экономическое процветание. А экономическое процветание идет в Вавилонии. Только вы учтите, что евреи в Вавилонии называют просто территорию, ну, приблизительно нынешний Ирак. Ну, так, ну, приблизительно, да, нынешний Ирак. Ну, я не буду сейчас указывать точные границы, где что. Я могу вам показать карты, но я не уверен, что это необходимо. И потихоньку перебираются, причем перебираются в самые хорошие города, какие там есть. Это
города, которые сегодня, я боюсь, что сегодняшним людям эти города мало что скажут. Эти названия, которые я могу, там, если я начну их произносить, типа Ктесифон. А когда-то это был супергород. Это города, которые стоят вдоль Тигра, вдоль Ефрата. Города, которые стоят Тигра и Ефрата, со времен незапамятных были связаны с системой каналов. И города, стоящие на таких каналах, процветающие были города. Вот еврейские города, они вот такие. И потихоньку, в общем, все, кто могли, перебрались из Палестины именно в Вавилонию. Фокус в том, что была до этого сильно, до этого была еще большая еврейская община в Египте, но она как бы прекратила свое существование намного раньше. Она еще во втором веке прекратилась, эта община. И тут вот о чем я, почему я считаю, что это нужно упомянуть. Египетская община практически, да, вот теперь давайте я еще одну вещь скажу. Значит, ситуация выглядит еще очень важным образом следующим. В земле Израиля и Вавилонии говорили на арамейском языке, уличная речь арамейская. Разные арамейские, разные диалекты арамейского языка, но арамейский. Это язык, близкий к ивриту, довольно-таки структурно близкий, хотя разные. Я обычно говорю, что они расходятся приблизительно как русский и западноукраинский, западный диалект украинского, ну вот тот, который поближе к Польше. То есть при небольшом опыте легко переходит с языка на язык, ну там есть некоторое количество не пересекающихся корней. То есть как бы для носителей арамейского иврит естественный язык, но при этом, скажем, вот если, ну, грубо говоря, для чтения Талмуда Вавилонского нужно знать порядка 200 базовых слов арамейских, приблизительно 200 базовых слов надо знать. А все, что сложнее этого, Раши переведет. В комментарии Раши будет переведено. То, как только дело переходит на литературный рассказ в Вавилонском Талмуде на арамейском языке, написанный на чистом арамейском, то здесь люди плывут сразу же. Кроме тех, кто хорошо уже выучил, начинают плыть тяжелым образом. То есть не хватает вот обычных таких вот для чтения Талмуда достаточных знаний. Как только переходят на чистый литературный арамейский, то плывут сразу же. И потому что, ну, это другой немножко язык. Я бы сказал, что, кстати, он скорее похож на русский и польский, то есть куда более сильно разведенные языки. Но важно вот что, что диалект в Эрец-Исраэль и диалект Вавилонии, они легко переходимы друг на друга. Диалекты арамейского – это все-таки уже один язык. Хотя, скажем так, в диалекте Эрец-Исраэль довольно много греческих заимствований, именно греческих слов. А в диалекте вавилонском есть заимствование из языков типа персидского, ну то есть фарси, вот заимствование из тех языков, которые, ну, там, близких. Почему я так здесь надолго остановился? Вот почему. В египетская община говорила на греческом языке. Ну, греческий. Для тех, кто знает историю, то точнее будет сказать слово «коины». Это пиджин греческий, это сильно упрощенный греческий. Это, грубо говоря, английский, на котором говорят мексиканцы, не живущие в Америке. Вот представьте, дай себе такой язык.
говорят, я не имею в виду опять образованных людей. Образованные люди говорят на образованном языке. А вот простые люди говорят, когда пытаются говорить на английском, получается нечто довольно странное. Я вот как-то слушал мексиканца, который произносил английские слова, как пишутся, так и читаются. Причем читают их по правилам испанского языка. Результат сногсшибательный. Да, вот. Ну вот на таком вот греческом где-то и говорит. Но это проблема сразу же. Дальнейшая еврейская культура, она все-таки наследует арамейскоязычным и ивритоязычным людям. И в результате все, что наработки греческие, если они были у египетской общины, то они, в общем, на евреев не повлияли. Я обычно привожу в качестве примера этого, что знаменитый на весь мир, и он Филон Александрийский, да, философ первого века, жил на рубеже эр. Александрийский жил в Александрии Египетской. Специально говорю, что Египетской Александрии было где-то 5-7 городов с таким названием. Классик для мировой философии. Он же кошерный еврей, кстати, совершенно. Есть описание, как он ездил в храм, он совершенно кошерный еврей был. Он Филон, он на самом деле Едиде. Это его имя, он открытым текстом пишет, что его зовут Едиде, еврейское имя, а Филон – это просто перевод имени Едиде с иврита на греческий. Едид – это друг милый, да? Филон – фило, да? Любовь, любезность, философия того же корня. Вот. Но, скажем, он оказывается философом-евреем, а не еврейским философом. На евреев он не повлиял никак. Вот это уникальный еврей, его не знают до нового времени, евреи не знали о Филоне Александрийском. То есть идут ссылки на многих греческих философов, на Платона, Плотина, кого там только нет. Евдокса вдруг неожиданные ссылки. То есть они знают греческих философов основных, но Филона среди них нету. Вот не знают евреи Филона Александрийского. Хотя он как бы находится внутри еврейского мира. То есть он, вот наследие этой общины, оно как бы исчезло из еврейского мира. Это пункт первый, который надо просто понимать. Пункт второй, почему так важна эта история с переносом центра из Эрец-Исраэль в Вавилонию. Здесь важно по двум пунктам. Со времен Мордехая, вот это очень важная история. Дело в том, что в истории с Мордехаем и Эстер, которую празднуют в Пурим, кроме тех, кто находится крепко внутри темы, мало кто догадывается, что Мордехай стал то, что впоследствии будет называться экзилархом, главой еврейской общины. То есть, начиная с этого времени, еврейская община получает статус самоуправляемой общины, глава которой утверждается престолом, да? И дальше вот это правило самостоятельной общины с собственными законами, собственным управлением – будет наследоваться вот в Вавилонии, на этой территории, в Вавилонии, еще раз, мы называем землю, а не государство, которое там находится, они меняются, будут менять друг друга империи. Придут потом мусульмане. Кто бы ни пришел, мусульманские правители будут меняться, рода, которые правителей. Но Рейш Галута, экзиларх еврейской общины, будет оставаться при дворе раз за разом. Эта должность будет утверждаться. Причем более того, скажем, вот когда один из арабских авторов уже X века,
начнет описывать, как внешность человека знатного, благороднейших кровей, он будет описывать Рейшгалута как, безусловно, несомненно, человека суперзнатного, суперименитого, с родословной роскошнейшей. То есть вот образец знати – это Рейшгалут. Почему? Здесь есть очень важный момент. Экзилархи, главы Вавилонской общины, они наследники Зерубавеля. То есть это род Давида по мужской линии. В отличие, скажем, от рода патриархов Святой Земли, в том числе раби Иуды Ганаси, который, да, тоже род Давида, но по женской линии. Это не мужская линия, а женская. Поэтому как бы в смысле знатности главы Вавилонской общины, а там титул был наследуем, но не к старшему сыну, но внутри рода. Это очень солидная община, солидно укоренившаяся, солидно самоуправляющаяся. И это в данном случае является суперважным обстоятельством. Внутри этой общины за ней закреплено право суда внутреннего. И этот суд идет по еврейским законам. В результате, вот здесь одно из важнейших моментов истории устной Торы. Просто вот момент, который, если мы говорим не о религиозной составляющей, а об общественной составляющей, с моей точки зрения является важнейшим. Для того, чтобы занимать хорошую должность в Вавилонской общине, нужно быть законоведом, то есть знать еврейский закон. Если ты его не знаешь, то ты не сможешь претендовать на должности, административные должности внутри общины. Ты не можешь быть во главе города, деревни даже. Ты должен знать еврейский закон. С этого момента в Вавилоне, давайте я вот буду говорить в Вавилоне, просто еще раз, для того, что я обозначаю территорию, а не государство. С этого момента на этой территории учиться в Ешиве, в академии, стало, в общем, обязательно для того, чтобы занимать должности. То есть есть чисто материальный интерес в этом учебе. Вы извините, я просто не могу себе представить, насколько цинично сейчас звучит то, что я рассказываю. Я, конечно, могу перейти на более, на менее циничный вариант рассказа, но в данном случае, на мой вкус, это оказало огромное влияние на всю историю устной Торы. И вот почему. В результате Вавилонская община сосредотачивается на изучении закона. И, собственно, лучшие правоведы, они вавилонские. Именно правоведы. И вот здесь мы видим, вот опять, это вопрос, понимаете, кому что интересно вот в истории, это же каждый человек по-своему видит одно и то же, мы просто видим по-разному. Ешива Эрец Исраэль, источники, которые вышли из Ешива Эрец Исраэль, источники, которые вышли из Вавилона, они очень отличаются. Для любого человека, который следит за культурными там вещами, например, вот он легко, нелегко, но он чувствует вот по тексту, по тому, как рассказано, вот это вот происхождение, вот идет один и тот же почти рассказ. Это происхождение Эрец Исраэль, это испанское происхождение, итальянский стиль, это итальянский какой-то раввин.
Хотя, может быть, румынский у них есть схожее сходство некоторые, но это явно кто-то из итальянец или румын. Про раввинов идет речь. Вот это стилистически венгры, по всей видимости. Эти вещи чувствуются. По стилистике, не по языку, а просто по взгляду на мир. Есть особенности. Так вот, происходит очень интересная вещь. Эрец Исраэль, вот теперь наследство. Вот почему я так долго здесь останавливаюсь? Наследство. Итак, Эрец Исраэль, 220 год, это Мишна, труд, в общем, законодательный. И еще раз, в конце Хатимат Мишна, то есть именно этот текст, закрытый свод законов, кодекс, именно он является основой, из него исход. Когда обсуждаем закон, обсуждаем только Мишну. Хотя, вот из Эрец-Исраэль вышли зато дальше, именно здесь, Ешивах Эрец-Исраэль, происходили следующие работы. Были избраны сборники Мидрашей, они практически все отсюда, кроме поздних Мидрашей. То есть Агада, она отсюда. Здесь же в Твери, а потом в Дамаске будет очень много времени отведено и тщательное изучение того, что называется масоретское изучение, изучение, как проверять точность текста Торы. Это тоже здесь. Из Эрец-Исраэль начнется еврейская поэзия в том смысле, в каком мы привыкли. Первые поэты, которые начали писать в рифму, они отсюда, из Святой Земли. До этого, я много раз говорю, что Танах – это поэзия, но это поэзия, не знающая рифму. Это идет отсюда. То есть, внимание, что Эрец-Исраэль, если сильна, то она сильна именно вот этой культурной вещью, именно духовной как бы стороной. Духовный в том смысле, в каком духовность мы понимаем Агада, Танах, вот поэзия, она вот здесь сосредоточена. Это не значит, что они занимаются законом, занимаются, но здесь, это все произойдет здесь. А вот Вавилон – это как раз Вавилония, это как раз закон. В Эрец-Исраэль после Раби, вот когда Раби кончает Мишну писать, происходит несколько дополнительных работ уже к Мишне совершенных. И из Эрец-Исраэль выходит несколько очень важных сборников. Первый касательно закона выходит сборник, который называется Тосефта. Дословно Тосефта – это добавление, и это вот что. Ясно, что Раби Иуда Ганаси, когда составлял Мишну, работал с огромным количеством материала из самых разных конспектов, самых разных авторов. Понятно, что в Мишну вошло не все. Так вот, была проделана грандиозная работа, и хорошо видно, что эта работа зависящая от Мишны. Она ровно так и сделана. Она разбита точно так же на трактаты, как и Мишны. Главы следуют почти так же, как Мишны. Видно последовательность, что автор держит перед собой текст Мишны, но то, что не вошло в Мишну, он располагает в своем сборнике. Этот сборник называется Тосефта. Это дополнительные высказывания из конспекта на ту же тему из самых разнообразных источников. Тосефта, она как бы не имеет законодательной силы, но она является очень мощным источником. И, скажем, вот дальше, когда Талмуд будет изучать Мишну, он регулярно будет прибегать к помощи Тосефта. Потому что, когда надо определить, каково мнение того или иного рабби, то в Тосефте очень много высказываний именных и приведены регулярно споры, которых в Мишне нет, кто что думает. И в результате возникает вот такой вот материал, очень важный Тосефта.
она в любом издании Талмуда, скажем, сзади приводится текст Тосефты, обязательно к этому трактату. Просто потому, что в Талмуде будет обязательно использованы материалы из Тосефты. Но я хочу заметить еще раз, Тосефта – это дополнение буквально. И оно не имеет такого сильного статуса, как Мишна. Она как бы то, что Раби Иуда оставил снаружи, отсюда название Брайта. Бар на арамейском – это вне, это исключая, это исключенное, может быть, вот, то есть бар – это есть сын, а есть бар, который без. Ну, например, регулярная присказка средиземноморских общин, когда они говорят что-то плохое, они регулярно добавляют к этому барминан, не о нас. Бар – это без, не о нас. Вот это бар, исключая нас. Вот это барминан, исключая нас, это арамейский оборот, вот этот бар. Вот отсюда термин барайта снаружи. Не путайте, пожалуйста, с бар, который сын. Это разные слова. Пишутся одинаково. Значит, и ясно, что еще имеет хождение некоторое количество дополнительных материалов. Сегодня они более-менее собраны, но это называется барайты, которые даже не вошли в Тосефту, есть еще. Но сохранилась еще очень важная вещь. Это называется галахический мидраши. И вот это здесь, по-моему, довольно важный момент, который происходит. Что было сохранено? Было сохранено старые, очень старые записи, которые называются, они все три главные книги называются по-разному, это сборники мидрашей, которые сегодня разделены, значит, мидраши сегодня делятся на агадические и галахические. Сборники галахических мидрашей, которые собраны к тем частям Торы, где есть закон, обратите внимание, их нет на книгу Берешит, потому что там нет закона, там рассказ. А и в книге, скажем, Шмот, они начинаются с где-то от Парашат Йетро, от раздела Йетро, они начинаются именно с галахических разделов. Это три основных сборника, которые называются Сифры, Сифры и Мехилта. Сифра – книга, Сифры – книги, Мехилта – сборник. Значит, при этом, ну, я не буду сейчас рассказывать, кто автор чего, кто основа. Но дело в том, что эти книги важнейшие. И это вот что. Это те самые предшествующие стиль учебы, который вот как раз после Мишны изменится. Вот до Мишны, это стиль учебы до Мишны, где все законы являются привязанными к стихам Торы. Любой закон, который говорится, привязывается, либо он выводится из стиха Торы, либо он, как это сказать, привязан к стиху Торы. Это регулярно, я имею в виду следующее, что либо, если это не является выводом из Торы, является постановлением, то его все равно старательно привязывают к тексту. И я хочу в данном случае, вот для того, чтобы не говорить ну, совсем уже теоретические разговоры, вести что-нибудь более конкретное. Значит, я зачитываю некоторый отрывок, мне он нужен в качестве примера, как полигон для того, чтобы демонстрировать, что происходило. Причем
происходило, вот теперь вот по именам, которые будут упомяны, мы можем более-менее определить, когда это было. Значит, и уже было так, как-то было такое. Раби Ишмаэль, Раби Акива, Раби Элазар бен Азарья шли по дороге, и Леви Хассадар, неизвестно, кто это такой, Раши к этому месту прямо говорит, что он не знает, кто это такой. Это место, я в данный момент зачитываю отрывок из Вавилонского Талмуда, трактат Йома, лист 85А. Я просто начинаю читать с листа то, что здесь рассказано. Значит, итак, Раби Ишмаэль, Раби Акива, Раби Элазар бен Азарья шли по дороге. Значит, коли мы говорим про этих людей, то это где-то должно происходить до 100, приблизительно до 128 года новой эры. Раби Акива погиб после, спустя несколько лет после восстания Бар-Кохбы. Раби Элазар бен Азарья, это он был некоторое время Наси, он был Наси, и он был, ну, современники. Раби Ишмаэль тоже тогда же, а это все современники. Но Раби Акива тогда просто очень старый, но непонятно, когда это происходило. Леви Хассадар, непонятно, кто такой. Раши говорит, что он сам не знает, кто такой. Но если Раши не знает, то я тем более не знаю. В Раби Ишмаэль соншель Раби Элазар бен Азарья. Коли он уже Раби Ишмаэль, сын Раби Элазара, то знаменитая история Бней Браке, которая произошла в пасхальный седер, да, там Раби Элазару бен Азарья было 17, да, а здесь у него уже сын, который титулуется Раби. То есть уже крепко взрослый, значит. Шли по дороге, значит, они шли по дороге, а вот Леви Хассадар, Раби Ишмаэль, сын Раби Элазара бен Азарья, шли за ними. И возникло у них следующий вопрос. Откуда нам известно, что при опасности для души, пикуах нефеш, опасности для жизни, законы запрета субботы отодвигаются? Я хочу заметить, что из дальнейшего разговора, который здесь сейчас будет приведен, я его более-менее буду зачитывать, вопрос... Он не отодвигаются ли, нет вопроса, отодвигаются ли запреты суббота для спасения жизни. Такого вопроса нету. Они это знают. Вопрос, который у них есть, это вопрос, откуда из стиха Торы это следует. Я хочу обратить внимание на постановку вопроса, потому что его часто здесь не понимают. У них нет вопроса о том, надо ли спасать жизнь в субботу или не надо спасать жизнь в субботу. Этого вопроса нет. Надо. Вопрос, как это можно обосновать текстом Торы. Замечу, устной Торой его обосновать пару пустяков. Раби, скажите, пожалуйста, можно ли спасать жизнь в субботу, нарушая субботу? Ответ – да. Раби, откуда? Это вопрос на практику. Если на практику, то да. Говорит, откуда? Говорит, тебе это важно? Тогда пойдем учиться. Это совершенно другое занятие. Либо мы учиться здесь собираемся, либо мы будем кого-то спасать. Чего мы делаем здесь? Значит, у них нет вопроса, у них вопрос – откуда? Если вы откроете любой из галахических сборников, Сифри, Сифру, Мехилту, во всех вариантах, какие Мехилты есть там, в двух вариантах основных. Ну, просто два разных сборника, две Мехилты есть. Они из разных академий вышли. То вы обнаружите, что вы там не найдете сразу ответа на этот вопрос. Еще раз. Там ведь изложение по тому, как оно изложено в Торе.
Это значит, что для того, чтобы найти ответ на вопрос, который вас заинтересован, вы должны каким-то образом угадать, где это есть в Торе. То есть, брать внимание, ведь я учу Тору. Законы я учу, выводя из Торы. В результате, когда у меня проблема, что-то с памятью моей стало, и я не помню какой-то закон, то начинается проблема, где его искать. Вот в Мишне этого проблемы нет. Ежели у меня, я забыл, какие законы в Суке относительно, скажем, шалаша праздника Суки, Сукот, то я более-менее догадываюсь, его надо искать где-то там в районе трактата Сукот. Если я не найду это в Мишне, то я посмотрю в Тосефте. Может быть, там найдется. Более того, в Сукот много разных законов, но быстро пролистав трактат, я обнаружу те главы, которые посвящены строительству праздничного шалаша. И опираясь на них, я залезу еще в Тосефту и так найду. Я говорю, что я не в современном мире живу, я живу во времена Оны. По этому поводу найти забытый закон, имея Мишну, где все изложено по темам, у нас пара пустяков. А вот как найти, когда у вас изложено старинным образом по тексту Торы, это такой хороший вопрос. Где же в Торе, на вопрос, где в Торе сказано, что можно спасать жизнь, никто не помнит, что он учил это с раби. Если у них у всех уникальная память, тут я сразу скажу, да и память в те времена была сильно лучше, чем сегодня, просто потому, что они записных книжек почти не пользовались. Да. И они не помнят, откуда. Они не помнят, чтобы они такого учили. Закон они помнят, а вот откуда не помнят. И по этому поводу вопрос начался, был задан вопрос, и ответил раби Ишмаэль и говорит. В книге Шмот, исход 22 главе, сказано, если под копи будет, если пришедший тайком будет найден вор, значит, закон называется, в иврите он называется Хабаба Махтарат, тот, кто пришел тайком в дом, когда в нем есть хозяева, и хозяева его убьют, и будет лежать труп, то на хозяеве нет вины. Закон довольно прозрачный, просто потому что Талмуд, когда объясняет этот закон, обоснование этого закона и там логику закона Торы, замечу, это закон Торы, который признает невиновным хозяина дома, который убил вора, который к нему ночью тайком, ну подкоп обычно говорят, но махтерет это тайком, тайное проникновение в жилье. Значит, Талмуд объясняет, что логика здесь довольно очевидная. Логика состоит в том, что если вор лезет в дом, где есть хозяева, то он готов убивать. Потому что, ну, не для того, чтобы попасться, он лезет в дом, да? И если он лезет в дом, где есть хозяева, то понятно, что он исходит из того, что хозяева будут защищать свое добро, и тем самым такой вор, он убийца по определению. И, кстати, замечу, что там, скажем, в законах кучи стран убийство во время ограбления, когда подсудимый говорит, я не хотел убивать, то ответ, что это убийство с отягчающими обстоятельствами, ты, придя вооруженным, готовился убивать. Это преднамеренно, ты не можешь отрицать, что. Говорит, ну не собирался ответ, это не обсуждается. И, скажем, по законам там некоторых штатов Америки смертной казни карается только такое убийство. Убийство при ограблении. Вот, и поэтому это вот библейский закон в чистом виде.
Правда, здесь не ограбление, а здесь попытка тайком пробраться, но все равно это самое. Значит, и он рассуждает так. Дальше Раби Ишмаэль продолжает рассуждение. Как этот, который то ли пришел, чтобы своровать, то ли пришел, чтобы убить, кровь пролитая оскверняет землю и делает так, что Шехина, божественное присутствие, исчезает из Израиля, можно спастись от него, убив, тем более при опасности, опасность для жизни отодвигает запрета субботы. Ну, рассуждение не очень понятно, что у него есть слабые места, оно не выглядит сильно убедительным, то есть как бы понятно, что убийство это крайне предосудительно, но если для при сомнении, то ли он тебя убить собрался, то ли он ограбить собрался, Тора разрешает убить, а это серьезнейший, один из самых серьезных запретов Торы, то тем более она разрешает нарушить субботу. Здесь логика вот такая. То есть я хочу обратить внимание, он не находит стих Торы для того, чтобы это самое. Он рассуждает по правилу тем более. Каль вахомер, буквально легкое и тяжелое. Рассуждение по правилу каль вахомер, оно прямо в Торе 5 раз, что ли, проводится вот это рассуждение тем более. Если то-то, то тем более то-то. Оно обычно довольно очевидное, только оно всегда имеет слабые стороны. Такие рассуждения не очень опасны. Просто потому, что, ну, я не буду сейчас рассказывать, такие обсуждения, рассуждения как, очень легко опровергаются. По причинам, ну, логического свойства просто, ну, лежащие там причины этого лежат в логике. Ну, такой классической, не математической, а классическую логику вам нужно сюда привлекать. Значит, но обрати внимание, у него ссылка идет на стих, который говорит, что ежели человек убил того, кто пришел тайком, то в стихе сказано «Эйн ло дамин» – «нет на нем крови». Да, ну, освобождение от ответственности там, да. Но как бы, но не выглядит этот стих хорошим обоснованием, почему можно нарушить субботу для спасения жизни. Вот я честно говорю. Ответил Раби Акива. Если будет злоумышлять человек на ближнего своего, чтобы убить его тайком, возьмите его прямо от жертвенника на казнь. Ну, я перевожу буквально, вот как написано, но если вы хотите более литературно, значит, это исход 21.14. Если же кто злонамеренно умертвит ближнего своего лукаво, то от жертвенника моего бери его на смерть. На самом деле, при первом таком вот простом понимании этого стиха, в данном случае Тора отрицает за храмом право убежища. Ну вот, я не знаю, насколько вы знакомы там с древними всякими уложениями о храмах, но, скажем, в греческом храме человек, который держится за жертвенник, его нельзя было оттуда взять, забрать. И, например, если убийца прячется в храме, то как бы там суда нету.
его нельзя оттуда забрать. Он как бы в домике, и он находится под эгидой, защитом Бога, которому храм этот посвящен. Замечу, библейский текст прямым текстом говорит, что храм не является убежищем. Это вот первый взгляд на то, что там сказано. Вопрос, естественно, который возникает, как отсюда следует, а это Рабби Акива, Рабби Акива из этого стиха каким-то образом собирается выводить, что для спасения жизни можно нарушить субботу. Значит, Рабби Акива толкует так. Мои мизбахи вло мааль мизбахи. Значит, говорится так, что речь идет о коэне, который в стихе, Рабби Акива понимает этот стих совершенно не так, как я объяснил, потому что это я сказал на первый взгляд. Рабби Акива понимает стих крайне просто. Если это коэн, который в данный момент служит у жертвенника, то его можно оттуда забрать на казнь. По этому поводу можно прекратить, как бы получается, что коэн, который служит у жертвенника, можно забрать на казнь. И ответ, значит, Рабби Акива делает толкование неожиданное, что если коэн делает службу, то ему надо дать кончить эту службу, а потом забрать и казнить. Но для того, чтобы сохранить жизнь, можно прямо прервать службу. Значит, по этому поводу мы учим, что ежели для убийцы, для того, чтобы спасти человека, можно нарушить правила храмовой службы, тем более можно нарушить субботу. Там длинное рассуждение по поводу Кальвы Хомер, вот этого тем более я не буду сейчас приводить. Рабби, знаменитое здесь идет одно из самых знаменитых толкований Рабби Яхуды, который учит следующим образом. Уже, наконец, мы к субботе подошли. Сказано, а вы субботу мою соблюдаете. Это исход 31, Шмот 31. Это соблюдаете. Это знак. Рабби Яхуда говорит, помоги ему соблюсти, спаси его, чтобы он соблюл множество суббот. И там еще один драш, я не буду сейчас приводить слишком много. Но я хочу обратить внимание, что насколько вдруг выясняется, что все крупные равы, которые были и которые учились в старых школах, тех самых, которые все привязаны, они затрудняются найти ответ. И вот теперь то, что ради чего я все это зачитываю. Амар Рав Яхуда, обратите внимание, не Рабби Яхуда, а Рав Яхуда, это вавилонский мудрец, уже живший два века спустя упомянутых мудрецов, что сказал Шмуэль, это поколением раньше, то есть Шмуэль – это Раф и Шмуэль, это значит, соответственно, ну, 100 больше века после Рабби Акива. Причем так сильно больше. Значит,
Если бы я был там, то у меня есть ответ лучше. А именно сказано в книге Ваикра, Левит, «И соблюдайте законы мои, и суды мои, ибо человек, который исполняет им, живет ими». Живет им, а не умрет из-за них. Вот это уже сильно. Вот это, наконец, мы приступили к сильным вещам. Это действительно куда более... Он, на самом деле, то, что делает Шмуэль, он доказывает куда более сильный закон. Он доказывает не то, что законы спасения жизни отодвигают запреты субботы. Он говорит, что они вообще все законы отодвигают. Ну, кроме трех, о которых отдельный разговор, что есть три исключения, и совершенно очевидные, там для каждой из них есть простое обоснование, это запрет убийства, это Рабби Акива, кстати, который прекрасно знает три исключения из этих законов, что для спасения жизни нельзя убивать, в смысле уголовно убивать. То есть можно защищаться, даже убив нападающего, но запрещено, грубо говоря, убить ближнего, чтобы забрать его почку, потому что мне очень нужно, нельзя. Запрет половых преступлений сохраняется, то есть опасность для жизни не... не отодвигает половые преступления, только учтите. Есть онес, изнасилование, это не преступление половое. Изнасилование – это изнасилование. Значит, и третье – это идолопоклонство. Очевидные три исключения, они достаточно очевидны. Ну, то есть, на самом деле, половые преступления не очевидны, но прямо по тексту Тора можно подтвердить, что действительно Тора приравнивает половые преступления к убийству. Хотя бы в законе о том, что оно приравнено в законе о спасении, если кто-то хочет изнасиловать девицу, и ее можно спасти только убив насильника, которая это разрешает и прямым текстом говорит, что это равноценное совершенно преступление. Это как спасти человека от убийцы. То есть Тора приравнивает эти два преступления, половые преступления и убийство Тора приравнивает вполне в смысле защиты от них. Именно в смысле защиты от них. А по этому поводу понятно, почему для спасения своей жизни нельзя насиловать. Это тоже, это понятно. Для тех, кто знает Тору, замечу, там не логика, потому что, скажем, почему нельзя убить для спасения жизни, то у Рабби Акивы есть сильнейшее высказывание по этому поводу, одно из самых красивых. Кто сказал, что твоя кровь краснее? Может быть, его кровь краснее? Там аргумент, по-моему, необоримой силы абсолютно. И причем еще формулировка какой красоты, конечно же. Именно я буквально перевел «Дамхасумактфей», твоя кровь, ну, это арамейский, твоя кровь краснее. Значит, далее происходит следующее. Сказал Рова. Рова – это у нас еще два поколения. То есть где-то к V веку подбираемся. Всем, на все есть возражение, опровержение, кроме того, что сказал Шмуэль, на что нет возражения.
Дальше приводится из сильных серия возражений на всех, кто был перед этим. И но вот к чему я все это? Вот смотрите, кто-то, то ли Леви Садран, то ли сын раби Элазара бен Азарья, потрудился вот это обсуждение, откуда из закона Торы следует, да, что защита жизни можно спасти для спасения жизни можно спасти от ценой нарушения субботы. Он каким-то образом это записал. Хочу обратить внимание, сколько времени ушло на то, чтобы найти правильный ответ, хотя все вроде читали то. И вот здесь важнейший момент. Закон ведь не изменился от того, что Шмуэль нашел идеальной красоты ответ на этот вопрос. Бахай, Бахай, Велоши, Емут, Бахай. От этого закон не поменялся никак. От этого появилось просто убеждение, что это прямо написано в тексте Торы. Но вот это сильное высказывание потом, что мы счастливы, что живем, когда у нас есть ответ Шмуэль. То есть происходит действительно, да, замечу, что Шмуэль, Рав Иуда, это все в Вавилоне. То есть они продолжают учить Тору, которые получили по наследству. Они продолжают искать в ней ответы. Обратите внимание, вроде бы у вас есть ответы один лучше другого, переданные от величайших авторитетов эпохи предшествующей Мишне. И эти величайшие авторитеты, например, скажем, в любом споре раби Акивы с кем угодно одним, да, галаха всегда по раби Акивы. То есть это общее правило, правило Мишны. Если кто-то спорит с раби Акивой, прав раби Акива. Это просто правило. У нас здесь крупнейший раби Ишмаэль, который упоминается в Мишне, я уж не знаю сколько раз, но там десятки раз, он один из самых крупных авторитетов Мишны. Раби Элазар бен Азарья – это просто патриарх. То есть, куда же дальше? Поиски продолжаются. Я вот к чему. Что вот Мишна как бы зафиксированы. Зафиксированы сборники Сифра, Сифра и Мехилта, вот эти важнейшие сборники, где закон прикреплен к стихам Торы. И, казалось бы, все закрыто. Но является Шмуэль и добавляет. И те, кто живут после Шмуэля, происходит то, что называется, я очень люблю эту цитату, решенные задачи просты. Сегодня все наизусть знают эту драшу Шмуэля, вот это толкование Шмуэля, к слову, Бахай Бахай. И как бы нам очевидно, когда мы читаем этот стих, что он именно это имеет в виду. Меня все-таки это и есть та самая ситуация, когда, но между ним и раби Акивой прошло больше 100 лет, и хорошего ответа не было. То, что люди умеют находить эти ответы,
то, что люди ищут ответ, вопросы на эти ответы, уже доказывает, что они вот мы не можем говорить, что они сосредоточены на формальном законе, а не на Торе. Их волнует Тора. Потому что если их волнует формальный закон, то зачем им надо знать, откуда закон? Они и так знают, каков закон. Они знают его хорошо во всех применениях. Тем не менее, они продолжают изучать Тору. И вот здесь, когда начинается в Вавилоне изучение, скажем, Мишны, они при этом, вот что важно, как бы в академиях изучается Мишна, но в Вавилонии именно там произошло, было установлено правило о ныне, вот правило, которым мы сегодня, обычай, которым мы сегодня следуем, обычай ежедневного недельного раздела. Обязательное чтение еженедельного недельного раздела – это ежегодно. Вот в отличие от Эрец Исраэль, значит, Тору прочитывали 2 раза за 7 лет. Она была разбита на куда мелкие, более мелкие части. И недельный раздел был короче сильно. В Вавилоне ее разбили на куда более большие разделы и стали читать ежегодный цикл чтений. В результате в Вавилоне, да, в Эрец Исраэль, может быть, Тору знают глубже, потому что ей посвящают много больше времени. И, но вы меня извините, я просто всегда, любой, вы можете заметить, что любой человек, который там говорит о Торе, обычно знает начало недельного раздела намного лучше, чем конец. Просто потому что регулярно не дочитывают люди, не успевают, слишком большой кусок. В Эрец Исраэль куски намного меньше. В результате они как бы ее знают глубже и по-другому немножечко. Это по-другому, это в другой раз я поговорю. Но в Вавилоне продолжается вот эта традиция изучения текста и именно вывод закона непосредственно из текста. При этом, обратите внимание, они не считают, что выводя закон непосредственно из текста, они получают какой-то результат. Они убеждаются в том, что они знают правильно. По этому поводу в Вавилонии создается несколько очень важных центров изучения Торы, собственно, то, что мы привыкли называть словом «академия». Это города, важнейшие академии в некоторых городах, это важнейшие академии Сура, Пумбедита, Нагардея. Сегодня эти города... Ну, если я сейчас открою вам карту, у меня есть справочник, какие города чему соответствуют в Вавилонии, упомянутые в Талмуде, но поверьте вам, эти деревни в современном Ираке ничего абсолютно не скажут. И хорошо, если там есть деревни, а там не холм на развалинах города. Ну, например, одна из важнейших общин вавилонской Ктесифоне, давно этого города нету толком. Там какая-то деревня на месте этого города, если она есть. Вы учтите еще, что Нил и Евфрат сменили течение. Это же равнинные реки, которые очень сильно меняют свое течение. И Ктесифон потерял свое историческое значение, когда в VII веке был основан Багдад. Багдад был основан на месте какой-то деревни в километрах 30 выше по течению от Ктесифона, по Тигру. Хотя это столичный город, я всегда приводил пример, что жители Махоза, это он и есть Ктесифон. Ну, точнее, это англомерат городов, не буду сейчас в это входить, но это там. Они столь изысканы, это столичный город, да, они столь изысканы, что они,
когда снимают ботинки, их вначале развязывают. Это вот изысканное поведение, потому что нормальные люди, как и сегодня, ботинки стаскивают, не развязывая шнурков. А вот эти, они культурные. Вот это такая изысканная, изнеженная горб. Вот очень. Да. Так вот, в некоторых городах обнаружены, вообще академии были в куче городов, но в Вавилонии был один очень важный обычай. И этот обычай, собственно, для возникновения дальнейшего Талмуда сыграл важнейшую роль. По обычаю все учились у себя в городах. Там были еши. Но 2 раза в году перед праздниками на месяц все ученики и их наставники собирались в главных академиях. Кто в Суре, кто в Помбедите, там было распределение, какой город к чему относится. И учили, слушали лекции выдающиеся учения Академии. Причем, здесь важно, каждый раз, вот здесь забегать вперед, при расставании объявлялась тема, какая мишна будет изучаться при следующей встрече. По этому поводу все уезжали домой, уже зная, к чему они, ну, полгода, ну, немножко меньше, но полгода будут готовиться. То есть все приезжают подготовленные на эту встречу. То есть Ерхей Кала это называлось. Дни сбора, месяц сбора. И они там собирались, и вот это большие собрания, где именно студентов и их наставников, которые встречаются с выдающимися учеными каждой эпохи. И вот это единение ученого собрания. И в результате вот что такое Талмуд? Вот теперь, вот к чему я эту часть рассказал. Что такое Вавилонский Талмуд? Это некоторые конспекты вот этих собраний. Мы замечаем, что какая-то попытка записывать устную Тору, что обсуждалось, как выводили, есть уже при Раби Акиве. Кто-то записал вот этот спор о том, как выводится, вот тот, который я зачитал из трактата Йома, как вывести что суббота можно нарушить для спасения жизни. Это кто-то записал уже в начале первой четверти второго века. Но эта запись очень краткая. И эти записи, вот, ну, вот тот образец, который раз за разом все приводят, это начиная с Рамбама, что в записной книжке или в свитке Раби Мейер – это ученик Раби Акивы, да? Найдена запись то в Моот, запятая, то в Мавот. Очень хорошо, то есть это рассказ о сотворении мира, и рассмотрел Бог все, что создал, и вот оно весьма хорошо. Дальше идет запись. То в Мавот. Хорошо, смерть. Что он имел в виду? Ясно, что это какая-то запись. Но вот представьте себе, кто-нибудь из вас увидит мои записи, когда я готовлюсь к лекции. Там регулярно просто две фразы, стоит фраза там «Лисица в винограднике». Или там еще лучше «Не Эзопова лисница в винограднике». А, вот, сообразил. «Лисница в винограднике» из Когелета. Это вот у меня там одна из подготовки. Из книги «Экклезиаст». Вот, поверьте мне, тот, кто обнаружит эту запись, будет долго думать, что я имел в виду. Более того, если сам я ее найду через несколько лет, я тоже сам буду долго думать, что я имел в виду, когда эту запись сделал.
Ясно, что что-то я имел в виду. И это было содержательно. Но вот хорошо, если я вспомню. А уж помолчим про других. Но дело в том, что как раз Херхей-Кала, вот эти сборища большие вабилонской ученые братья, именно вавилонские ученые братья, они были законспектированы немножко получше. И, собственно говоря, вот эти конспекты, которые вначале, опять, вот обратите внимание, они все еще были частными конспектами. Их уже вели явно какие-то студенты. Их никто не думал публиковать. Их никто не думал распространять. Но именно вот эти конспекты в Вавилонии привели к возникновению Вавилонского Талмуда. В Эрец-Исраэль таких собраний не проводилось, а была в Ешива, то есть были академии, где, тем не менее, студенты то, что обсуждалось, записывали. И надо сказать, что чтение, то, что записывали студенты Иерусалимской академии, я еще раз повторяю, что Иерусалимский Талмуд создавался не в Иерусалиме, а в Твери или в Дамаске даже. То, что там они подзаписали, это очень приятно читать с точки зрения грамматики. Это чудовищно в грамматическом отношении. Это просто чудовищно. Там половина записей, как слышу, так пишу. Вот представляете, человек пишет ивритскими буквами, как он слышит, а не как положено. В результате получается нечто фантастическое, и это надо привыкнуть к этому стилю и понять, что это, ну, уже такая грамматика, собственно. Там, ну вот, давайте я пример один приведу, и вам будет понятно, в чем фокус. Все знают, что есть святой Лазарь у христиан, да? Лазарь. Лазарь – это Элиазар. Или Элиезер, пойди разберись. Ну, думаю, что Элиазар. Дело в том, что в палестинском произношении первое вот гласное регулярно сглатывали. И вместо Элиазар говорили Лазарь. Так говорили. И Вавилонский Талмуд там это демонстрирует, отменяя первые алфы подряд. То есть половина слов, где должен быть первым алф, просто этот алф исчез, как будто его там и не было. Никогда. То есть то, что это какая-то запись, причем именно вот как слышу, так пишу, она там вот так и прет из этого Талмуда. Но дело в том, что еще раз, это не академическая запись, вот и Иерусалимского особенно хорошо видно. Но опять вот, скажем, видно хорошо разница между двумя талмудами и мышлением. Например, то, что Иерусалим, когда Агады в Вавилонском Талмуде хватает, и в Иерусалимском. В Иерусалимском она всегда длиннее и четче, а ее больше. Б, она четче. В, она изящнее обычно по мысли. Она как бы поглубже чаще всего бывает. Ну, ровно потому, что специализация. Это то, о чем стоит подумать. То, что разница между жителями Эрец-Исраэль и жителями Вавилона, она огромная. Культурная, ментальная, они разные люди. Тем не менее, они один народ, который интересуется одним и тем же. Поэтому, поверьте, споров между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом не так много, как принято думать. Они... Закон-то один, и закон в Мишне начинается. Это обсуждение же Мишны. В галахической части это обсуждение Мишны всегда. Поэтому споров там не так много, как кажется. Но совершенно разное мышление, оно хорошо... видно, и для тех, кто любит заниматься именно стилями мышления, это отдельное удовольствие сравнивать два отрывка Иерусалимского и Вавилонского Талмуда. О чем, в общем, в следующий раз, как я подозреваю, я, по-моему, пора кончать дозволенные речи.
Натан, Можно ты здесь? вопрос? Да. Меня как бы проблема вот с решением Рава Шмуэля. Я хочу вас спросить. Нет, не Рав Шмуэль, а просто Шмуэля. Просто Шмуэль, да. Вот правило, есть Рав и Шмуэль. Вот у них их так зовут. Одного зовут Рав, второго Шмуэль. У них нету титулов. Хорошо. То есть он говорит о том, что заповеди даны, и человек ими живет. Вот, значит, здесь как бы такая проблема. То есть, допустим, если это Шаббат Йом-Кипур, и человек действительно соблюдает пост, и действительно ему плохо и все, то тогда понятно, что его надо спасать, потому что он как бы из-за выполнения заповеди ему стало плохо и есть опасность для его жизни. А если это простой Шаббат, то есть человек ест, все нормально. Значит, никаких, то есть он не умирает от того, что он выполняет заповедь, а от какой-то совершенно другой причины. И тогда возникает вопрос, то есть не, то, что он живет этими заповедями, это как бы одно дело, но если ему что-то такое не здоровится. Можно ли мне сделать ему операцию в субботу, что явно запрещено в субботу? То Да, есть, вот как... я об этом и говорю. То есть я все понимаю, что это, конечно, гуманно и хорошо, но все-таки, если мы ищем достаточное основание, то, может быть, вот то, что как бы Бахарта Бахаим, она как бы более такое, может быть, и абстрактное, и в то же время конкретное, да, то есть вот я тебе даю жизнь и смерть, выбери Я жизнь. понимаю, на самом деле идея в том, что, но дело в том, что вот если бы я выводил это непосредственно из книги Дворим, вот вы явно имеете в виду, вот я даю вам сегодня, да, вы явно имеете в виду именно вот этот отрывок. Да, оно более общее, там как бы не касается Да, шаббата. но дело в том, что там дальше идет раскрытие, что это такое. Послушайте, вот посмотрите. Вы представьте себе, что я хочу на этом месте построить. Они не захотели на этом месте строить. Вот почему. Вот смотрите, это значит Дворим, 11 глава, начало недельного раздела Ре. Вот я даю перед вами сегодня благословение и проклятие, браха ваклала. Это браха шартишму эт мицвот хашем лакейхем, что вы будете соблюдать заповеди Хашема вашего Бога, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не слушаться. Извините, я не то взял, естественно, это Хаем Бетхамавы. Это не то взял сейчас. Шафтим, и это у нас должно быть этот самый. Вот я даю перед тобой сегодня, естественно, я не туда полез, это конец главы Ницавим. Значит, 29 глава. Вот я даю перед вами, просто похоже. Я даю перед вами сегодня жизнь и благо, смерть и зло. То, что я заповедую вам сегодня, возлюбить Господа Бога твоего, идти Его путями, соблюдать Его заповеди, и благословит тебя Господь и так далее. Если отвернется, обратите внимание, из этого текста сказано наоборот, что жизнь – это соблюдение заповедей. И у меня передо мной всегда открыта возможность понять это место, что это вечная жизнь. А тогда комментарий «И хай богем, и будешь жить ими» он не проходит в этом месте. В этом месте как бы оно более
Я понял, да, я понял, что вы имеете в виду. Как бы оно не, оно не имеет прямого, не является законом прямого действия. Вот давайте так, такую вот формулировку. Я согласен. Вы знаете, что такое закон прямого действия, да? Он не является законом прямого действия. А вот Хайбегем, я бы сказал, что это можно считать законом прямого действия. Хорошо. Но тогда вот мне кажется, если я согласен с вами, но я бы пытался как бы сам сообразить идею Раби Акивы, я понимаю так, что храм – это особое, значит, место, то есть когда он уже построен, и там не делается млаха, а делается служба, и там как бы делается, зажигается огонь, делается все, что необходимо для того, чтобы, так сказать, продолжать служение. Вот. И теперь получается так, если разрешается взять на смерть человека, который к ней приговорен и который, так сказать, заслуживает ее, то здесь действительно получается кальвахомер, если можно выполнить такую работу по захвату этого, так сказать... Послушайте, у нас есть правило Авода Доха Шаббат. Подождите минуточку. У нас Авода Доха Шаббат, правда? Да. У да. нас требования службы в храме отодвигают запреты субботы. Имеется в виду, естественно, предписанные на субботу жертвы, постоянные ежедневные жертвы, две ежедневные жертвы и да, мусав. Да. Да, ну и если там праздник, то праздничные мусав. Да? Да. Значит, общее правило, что смотрите, захват преступника никак не связан со службой в храме. Если вы можете нарушать, если вы для то самое, можете нарушать порядок храмовой службы, а храмовая служба нарушает закон о субботу, то тем более спасение жизни. Да, он сложно очень учит. Раби Акива никогда ничего не учит просто. Чем вот Раби Акива не удобен? Для того, чтобы правильно читать Раби Акива, Раби Акива очень сложно мыслил. Он мыслил правильно, но очень сложным образом. Он же учит это не столь в лоб. А Филу Мэльвис говорит, «Маззэ, шэсэфэк еш мамаш бедвараф, цэфэк эйн мамаш бедвараф». Ну, давайте так. Если хотите, я могу в следующий раз подробно разобрать, просто много времени займет. Я зря просто влез в эту драшу Раби Акива, она слишком сложная. Если хотите, я в следующий раз могу подробно разобрать, как выстроена эта драша. Я просто хотел такого сорта толкования Раби Акивы где-нибудь показать отдельно, потому что регулярно толкование, чтобы понять, как устроено толкование Раби Акива, оно описано в Талмуде кратко, но регулярно нужно открыть несколько отрывков в Торе, чтобы убедиться в том, что он на самом деле строит всегда закон на нескольких отрывках. Он не очень редко строит. Это именно такой очень мощный синтез всегда. Поэтому Раби Акивы разбираться довольно сложно. Как раз вот толкование Раби Акивы самое сложное для разбора, ровно потому, что надо просто найти, как построен синтез, что с чем он складывает. Именно поэтому, кстати, вот его, там вот этот известный мидраш, как Моше не понял толкование Раби Акивы, вот это известный довольно-таки мидраш, ровно поэтому, потому что это есть в Торе, но для этого нужно просто вот взять отсюда, отсюда, отсюда и отсюда, и вы сразу увидите то, что я говорю. В этом смысле, да. Понятно. Скажите, вот уже другой вопрос. Знали ли друг о друге составители Вавилонского и Иерусалимского Талмуда? Они регулярно друг друга толкуют, они регулярно друг на друга ссылаются. Были специальные были люди, которые регулярно ездили из Святой Земли в Вавилонию и обратно. В большинстве случаев это купцы, но ученые купцы типа раба Барбархана и еще несколько человек, которые упоминаются в разных местах, которые просто ездили регулярно туда-сюда и рассказывали, что где происходит. Эта связь была. Во-вторых, были перебежчики. Довольно важная история. Например, рав Заира переехал
из Вавилонии в Святую Землю и там учился, и эта связь, он знает, что он выучил там и приехал учить сюда, и наоборот, несколько ученых из Святой Земли переехали жить в Вавилонию, и в результате они, вот эти традиции, поэтому связи были, были связи просто, вот, например, в Вавилонском Талмуде регулярно фраза «Убымаарава», а на Западе, то есть Святой Земле, говорят так-то по этому поводу. То есть связь была. Другой разговор, что был стиль характерный наш, стиль характерный их. И, скажем, ну, читая даже вот русских раввинов, то, в общем, поверьте мне, для знающего человека определить, где он учился, несложно. Просто было соревнование между ними. Стиль вывода закона, виден стиль рассуждений. Это Ешива Мир, это Брискер какой-то, это Хеврони явный. То есть основные центры определяются. Так вот, Эрец Исраэль отличается от Вавилонии, стиль определяется. Но это именно стиль, обратите внимание. Посторонний человек, например, не слышит разницу в стилях. Там Хевронии Брискер говорит, он не услышит разницу в стиле. Хотя для сведущих людей они просто не похожи. Ну, получается, что были и разногласия, то есть кто-то считал... Да, конечно, но разногласия. Извините, как можно что-то серьезно обсуждать без разногласий? Так не бывает. Еврейский мир, еще раз, построен на общем правиле. Все должны учиться, кто хочет ошибиться, пусть ошибется. Спорить? Как это без спора? Как это без спора? Так невозможно. И знаменитая пара Рейш Лакиш и Раби Йоханан, когда один из них умер, то к нему пришел ученик, чтобы, ну, заменить, они пары учились всегда. И тот начал, ах, как вы гениально сказали, в подтверждение ваших слов, вот есть то-то, то-то, то-то. Раз, два, три, говорит, слушай, остановись, я знаю, что то, что я сказал, гениально, но когда был жив тот, он на каждое мое слово выдвигал 10 возражений, и мы с ним спорили, и в этом споре что-то рождалось, ну, зачем мне нужно твое «да»? Ну, я бы... Да? Поэтому, конечно, спорили. Конечно, по-разному видели. И, поверьте, это большое счастье. И это то, что определяет наш народ. И все, и весь мир знает, что задает, на вопрос отвечает вопрос, значит, евреи. Это мы в Талмуде научились. Мы... Да. Да. Спасибо. Окей. И на этом радостном моменте мы, может быть, не будем дальше спорить, а придем к некоторому общему соглашению, что мы на сегодня закончим. Да. В рамках нашей традиции, нормально? Кева гит шабес. Окей, с этим мы всегда согласны. Ага, ладно. Окей, всем счастливо. До свидания, всем спасибо. Здоровья. Кстати, там кто-то болел, он выздоровел, слышь? Кто-кто? В прошлый раз кто-то говорил, что болеет. Нет, или это в другом месте? По-моему, Гриша говорил про маму. Нет, или я ошибаюсь? Гриша. И про себя. И Гриша говорил про себя, я точно помню. Да, но Гриша вот присутствует. Гриша, это ты? Я. Ну вот, нормально все. Выглядит как Гриша, все совершенно нормально, не изменился. Я тоже после прививки, как ты видишь, совершенно нормально не изменился. Я тоже после прививки. Хвост не вырос, все нормально, я не знаю, что дальше. Хвост не знаю, я сегодня сделал, завтра проверю. То, окей, была бы дыхание очень приличная эта тема. У нас в следующий раз. Стоп! Окей, всем счастливо. Мне в уведомлении сказали, что не бойся, хвост не вырастет, генетических изменений не будет. Прям так и написали. А, да, серьезно? Да. Все? Мне дали уведомление, чего опасаться, чего нет, и там было написано: успокойтесь, генетических изменений вас не произойдет. То есть хвост не вырастет. Ну, замечательно, старик, все отлично. Хотя, может быть, с изменением это было бы еще лучше, на самом деле. Я не знаю, надо было проверить. Хвост? Про хвост не знаю.
Топ, господа, давайте закрываться, потому что мы сейчас как бы продолжим в глубокую ночь. Всем всего доброго. Успеем заседать. Топ, всем счастливо, пока. Шаббат шалом. Всем счастливо, пока. Будьте все здоровы. Пока-пока.